Вы любите читать? Тогда следующая новость вам точно придется по душе. С 26 декабря в Подмосковье стартовала акция с говорящим названием «Читающий транспорт». Это совместный проект двух областных министерств – культуры и транспорта и дорожной инфраструктуры. Автобусы на популярных городских маршрутах станут площадками для буккроссинга или, другими словами, для публичного обмена книгами. На спинках сидений в автобусах расположены специальные карманы с книгами и листовками с информацией о деятельности городских читален. Местные библиотеки охотно согласились помочь в предоставлении необходимой литературы. В основном это дубликаты или списанные издания, которые находятся в хорошем состоянии. Каждый пассажир сможет почитать заинтересовавшую его книгу в дороге и даже забрать ее домой. Также желающие смогут принести и оставить в библиотеке собственную книгу, которую они уже прочли. И она окажется в автобусе. В нашем городском округе пока будет всего 4 читающих автобуса. В акции участвует один из самых протяженных маршрутов, номер 26, который следует от станции Монино до Щелково. Что мы делаем в транспорте? Все зависаем в своих гаджетах. Мы надеемся, что эта акция поможет и позволит всем жителям вернуться к книге. И мы надеемся, что кто-то вспомнит свою любимую книжку, кто-то найдет что-то новое. Список литературы очень многообразен. От классики Пушкина, Гоголя и Достоевского до писателей-современников. Конечно, упор мы будем делать на художественную литературу. Это будет и детская литература, и для взрослых. На каждой книге вы увидите значок, который означает, к какому возрасту эта книга положена, которую можно читать. Мистер Холмс, нам известны некоторые пятна в биографии полковника Морона, но чтобы объявить человека главарем опасной преступной группировки, нужны более веские основания, нежели отдельные подозрительные происшествия. Вот и я в новом читающем автобусе нашла для себя интересную книгу, а значит и вы сможете найти что-то по душе. Местные жители уже успели опробовать нововведение и остались им довольны. Понравилось, да. Будете читать? Можно почитать. И молодежи вот тут, и сказки, вот Робин Гуд. А вы обратили внимание, что вот такие вот книжечки появились теперь в автобусе? Да, обратил внимание, прочитал пару страничек, очень понравилось. В 2020 году в акции «Читающий транспорт» будет задействовано более 200 автобусов в 46 муниципалитетах Московской области. Девиз акции гласит «Читайте без остановок», остается лишь ему последовать. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.